Возьми книгу, получи подарок. В Центральной детской библиотеке состоялась необычная акция «День сюрпризов». Каждый, кто пришел получить книгу в детскую библиотеку, может получить небольшой подарок. Многие ребята на летних каникулах стараются найти время для книг. В школах дают список литературы, который полностью нужно прочесть. Валерия Брусницкая только закончила младшие классы. Интерес к чтению, несмотря на юный возраст у девочки, неподдельный. Каникулярную программу она закрывает полностью. Пришла в библиотеку, чтобы книжку взять. О том, что здесь ее ждет сюрприз, Лера даже и не догадывалась. Я очень люблю читать, потому что это интересно, это развивает тебя. Поэтому мне нравится ходить в библиотеку. Нарек Меликян тоже пришел за книгами. Мальчик – постоянный гость библиотеки. О поощрении он тоже не догадывался. Однако получить двойное удовольствие в виде книг и небольшого подарка всегда приятнее. И то хорошее. Но читать книги, наверное, будет лучше. Интересные акции в библиотеке не редкость. Своей незаурядностью они и читателей радуют, и сотрудников библиотеки отвлекают от рутины. Ведь, как водится, такие мероприятия включают в себя небольшой интерактив. Акции бывают разные. У нас, вот, например, будет скоро акция «Любишь ли ты загадки?». То есть дети будут приходить и отгадывать загадки. У нас будет акция «Поздравление семья» к Дню Петра и Февронии. Тоже очень интересную акцию мы готовим. У нас будет о героях Курской битвы, то есть годовщине Курской битвы, тоже интересная акция. Ну и много других. Ну а неожиданные сюрпризы – самые запоминающиеся. И пусть это просто конфетка, главное – сам элемент неожиданности. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.